Добрый день всем, всем, всем. Всем сестренкам, братишкам, всем, кто на меня подписался, кто подписался на мой канал, правильнее сказать. Я очень благодарна всем. Буквально вчера ряды моих подписчиков возросли на 10 человек. Я очень рада этому и благодарю всех. Я постараюсь не разочаровать. Сегодня вы видите, кто меня уже видел, видит, что я поменяла стрижку. Я по этому поводу вспомнила анекдот. Английский старый анекдот, как пожилая пара, очень интеллигентная, приходит в парикмахерскую, и дама решила сделать себе молодежную стрижку. Она пошла, подстриглась, выходит к мужу и говорит: «Скажи, дорогой, разве я сейчас похожа на старую леди?» А он ей говорит: «Нет, дорогая, ты теперь похожа на старого джентльмена». Вот так и я, возможно, тоже похожа на старого джентльмена, но... У нас зима, многие обрастают бородами и волосами, чтобы было теплее, а я вот, у меня все не так, пошла и подстриглась. За это время, 3 дня, что я не записывала, у меня образовались новые поделки. Сегодня я просто хочу буквально немножко рассказать о том, чем я занималась эти 3 дня. Во-первых, сейчас покажу, во-первых, я... Помимо того, что подстриглась, закончила несколько изделий вязаных. Вот такие пинеточки, опять же, в любимом стиле пейчворк. Я сегодня просто вам похвастаюсь. Вот такие носочки, тоже из остатков детские. Вот такие носочки, второй не знаю где, пестренькая. И еще я покажу вам сейчас. У меня вот есть такой манекенчик собачий. Я связала для собачки вот такой вот пальтишко, оно этой собачке немножко великовато, оно на более длинненькую собачку, может на тацу, но что, это смол, это самый маленький манекен. Вот, получила я пряжу, на Алиэкспресс выписывала, я очень люблю пряжу меланжевую, из нее очень красивые вещицы получаются, вот. Такая и вот такая, они мне настолько нравятся, во-первых, когда с ними работаешь, получаешь огромное удовольствие от качества, оно очень мягкое, и успокаиваешься, сам движение пальцами, сама мелкая моторика очень успокоительно действует. А во-вторых, рисунок всегда получается настолько неожиданный, веселый, что ты поневоле вот радуешься, как будто рисуешь, как будто что-то создаешь. Когда я рисую картины, пишу, так сказать, я очень люблю писать пальцами. Вот когда палец скользит по маслу, это настолько успокоительное ощущение. Давно не рисовала, надо начать. Как-то вот я выпала немножко из своего режима. Совпадает репетиции, совпадает много. Сегодня вечером у нас встреча хора нашего, капелла Верхней Галилеи. Мы провожаем... Не на пенсию, а просто у нас одна дама, которая больше 80 лет ей, которая пела уже лет 30 в нашем хоре. Она сегодня делает отвальную. Мы все к ней едем в гости, делаем там у нее репетицию в Митуле. У нас 3 человека русских в этом коллективе. И сегодня мы приготовили сюрприз для наших певцов. Они очень любят, когда мы выступаем, когда мы поем что-то русское, особенно с русскими манерами, вот этим открытым звуком. Валенки, да, валенки. Вот, сегодня мы им поем валенки, ой, мороз, мороз, не морозь меня, и поем вдоль по улице метелица ведет, 3 песни. Несмотря на то, что мы уже 20 с лишним лет в Израиле, мы несем русскую культуру в массы. Продолжаем. И им очень нравится. А поскольку я в свое время руководила на Сахалине коллективом русским фольклорным, у меня есть все инструменты, есть платки, трещотки, ложки, все-все-все это есть, и мы сегодня выступим. Думаю, не опозоримся. Вот, собственно, у нас в Израиле сейчас праздник Ханука. Это праздник освобождения, праздник света. И поскольку у меня фамилия еще Ханукаев, здесь так она звучит, в России я была Ханукаева, здесь Ханукаев, здесь нет склонения по женским, мужским родам, по изменениям, вернее. Поэтому всех вас с праздником светлой Хануки, кто отмечает, от Ханукаевой, а остальных с наступающим Новым годом, но я вас еще поздравлю. Ну вот, наверное, все, что я хотела сегодня вам сказать. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки, если нравится, пишите комментарии, я буду отвечать, я буду на связи с вами.
Я очень благодарна тем, кто делится моими заметками, моими сообщениями. Я уже видела, что делятся и на Одноклассниках, и в Фейсбуке. Большое вам спасибо. А пока с наступающим. Все-все. Всем пока-пока. Бай-бай. С вами была Галь и Ко.